Да, это довольно-таки непросто. Во время танца мысли улетают в другую сторону, думаешь о своих близких, которые там. И, ну, тяжело, конечно, натягиваешь улыбку и понимаешь, что ты артист, ты должен делать свою работу, так сказать, дарить людям надежду, я не знаю. Вдалеке слышны взрывы, там все такое, новости не очень хорошие в самом городе, но вот именно там, где мои сейчас, нормально все. Моя семья застряла дома, никуда не могут выехать. У меня брат инвалид, ему нужен постоянно инсулин, его очень трудно сейчас добыть. Ну, выживают, сейчас выживают. Ce n'est pas facile parce qu'il faut se concentrer pour danser bien. Et d'autre part, quand même, ça divertit pendant qu'il danse. Cet effort pour justement faire tout comme il faut le divertit de la situation en Ukraine. Ça me fait beaucoup de peine de voir tout ce qui se passe. Et alors ces pauvres artistes qui viennent aujourd'hui, je ne sais pas quelle morale ils ont pour danser, parce que c'est vraiment... Oh, moi, ça me prend, ça me touche. Ça fait plusieurs jours où je ne suis pas bien. Нет, мне родители сказали ни в коем случае не возвращаться, пока оставаться в Европе, получать беженство. Не знаю, пока мы в растерянности, мы не знаем, куда мы дальше.